Также состоялась встреча кандидата в президенты от социал-демократической партии «Адолят» Робахон Махмудовой с избирателями Ферганской и Наманганской областей. Кандидат ознакомил участников с предвыборной программой, отражающей идеи и цели, которые запланировано реализовать в будущем. В Курсипинском районе была организована встреча кандидатов в президенты Республики Узбекистан от социал-демократической партии «Адолат» Робахон Махмудовой с избирателями Ферганской области. В начале мероприятия доверенное лицо ознакомил всех участников с биографией кандидата. После этого Робахон Махмудова рассказала об идеях и приоритетах, обозначенных в ее предвыборной программе, в том числе с учетом реформ, реализованных в социально-экономической, политико-правовой, а также духовно-образовательной сферах нашей страны. Va keng ko'lamli dasturlarning amalga oshirilishini ta'minlaydigan kuchli ijtimoiy davlat siyosatini qo'llab-quvvatlaymiz. Мы поддерживаем сильную социальную государственную политику традиционной социал-демократии, обеспечивающую принцип социальной справедливости и реализацию масштабных реформ. Мы выступаем за приоритет трудового законодательства, полное обеспечение прав работников. Мы уделим особое внимание обеспечению занятости, созданию новых рабочих мест и повышению реальных доходов населения. В решении экологических вопросов все наши усилия будут направлены в том числе на экономические аспекты. Женщина святая, семья – основа общества. Мы уделим особое внимание обеспечению занятости женщин, улучшению условий труда и всестороннему вовлечению женщин, особенно сельских девушек, в семейное и частное предпринимательство и ремесла. Мы предлагаем принятие закона о государственной защите материнства, отцовства и детства. В целях обеспечения стабильного репродуктивного здоровья и демографического развития семьи мы разрабатываем и реализуем программу «Здоровая семья, здоровое общество» 2030. В программе кандидата особое внимание уделяется повышению роли кингашей народных депутатов за счет усиления парламентского контроля над местными органами исполнительной власти, обеспечению открытости и прозрачности государственного управления, также внедрению современных и эффективных методов расширения участия граждан в данном процессе. В предвыборной программе отражены приоритетные цели, которые важны для социал-демократов. Они охватывают вопросы сильной социальной защиты. В программе особое внимание уделяется принципам свободы, равенства, справедливости. На первом месте – верховенство закона. Сегодня население страны выражает свою активную позицию, повышена правовая грамотность. Это проявляется в заинтересованности, обсуждении актуальных вопросов. Избиратели интересуют реализация тех идей и планов, которые включены в предвыборную программу. Вместе с этим в программе, выдвинутой кандидатом, подчеркивалось, что развитие судебной системы, повышение статуса судов, обеспечение неприкосновенности судей является важным условием построения справедливого общества. Кроме того, значительная роль отводится дальнейшему расширению специализации судей, широкому использованию современных цифровых технологий в деятельности судов, а также развитию института адвокатуры. Избиратели поддержали взгляды кандидата по вовлечению женщин в семейное и частное предпринимательство, а также органы государственной власти и самоуправления, обеспечению ремеслом. В продолжении встречи Робахон Махмудова ответила на интересующие избирателей вопросы. Кандидат в президенты Республики Узбекистан от СДП «Адолат» Робахон Махмудова встретилась и с избирателями Намангана в Доме культуры Чуйского района. Кандидат рассказал избирателям о приоритетных направлениях своей предвыборной программы. Fuqarolarning ijtimoiy himoya qilish va bu yo'nalishda tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha ijtimoiy davlat 2030 dasturini ishlab chiqish lozim deb hisoblaymiz. Считаем необходимым разработать программу «Социальное государство 2030» для социальной защиты граждан и поддержки деятельности субъектов предпринимательства в этом направлении. Нашей первоочередной задачей является разработка правовых механизмов, обеспечивающих справедливое распределение доходов. Мы усовершенствуем систему предоставления субсидий и усилим контроль за их целевым использованием. В случае использования средств не по назначению, субсидия должна быть возвращена государству. Мы выступаем за сохранение государственной собственности на социальные и важнейшие стратегические сооружения, но частный сектор также должен развиваться, предоставляя гражданам возможности выбора. Только тогда мы сможем обеспечить социальную справедливость.
Примечательно, что идеи и цели, выдвинутые в предвыборной программе Робахон Махмудовой, во всех отношениях отражают цели СДП «Адолат», предусматривая стабильное обеспечение принципов справедливости во всех сферах государственной и общественной жизни. Еще одно из направлений, выдвинутых кандидатом, повышение значения образования, науки и инноваций в становлении общества и правового государства, обеспечение интеграции науки в образование. Озвученные цели кандидата были поддержаны участниками встречи. Изучив предвыборную программу, кандидат обратила внимание на повышение роли и статуса женщин, обеспечение гендерного равенства в стране, к тому же совершенствование института адвокатуры в числе наиболее актуальных. Партия и выдвинутый ею кандидат придерживается общепринятых принципов обеспечения прав и свобод человека, уважения каждой личности вне зависимости от социального статуса, свобода выбора, справедливость, солидарность с национальными ценностями и традициями. Робахон Махмудова также высказала свои предложения и планы по обеспечению занятости населения, созданию новых рабочих мест, повышению доходов населения. По итогам этой встречи избиратели получили исчерпывающие ответы на волнующие их вопросы. Предвыборные встречи кандидатов в президенты Республики Узбекистана Робахон Махмудовой продолжаются.